Всем привет! Меня зовут Леонид Константинович Кайзер. И сегодня мы с вами обсудим такие силы, как силы реакции опоры, вес тела, а также поговорим о таком приборе, как динамометр. Я расскажу, для чего он используется и как им, в принципе, можно пользоваться. Да, простите за тавтологию. Рассмотрим следующий пример. Итак, камень лежит на столе. Посмотрим, какие силы действуют на камень. Получается, как мы видим, он покоится. Это означает, что сумма сил, приложенных к нему, равна нулю. То есть мы получаем с вами нулевой результирующий вектор силы. Что это означает? Давайте смотреть. С одной стороны на камень действует сила, которая направлена вертикально вниз. Конечно же, я сейчас говорю про силу тяжести. Но тогда получается, что должна быть и сила, которая наоборот его толкает вертикально вверх. И эта сила будет у нас называться силой реакции опоры. Почему? Потому что больше неоткуда взяться здесь другим силам. То есть стол пытается вытолкнуть из себя этот самый камень. По сути это та же самая сила упругости, только мы с вами не наблюдаем эту самую видимую деформацию. Однако сила есть поскольку по всем законам механики она должна быть в любом случае. Поэтому мы с вами вводим понятие силы реакции опоры именно таким образом. Обозначается сила реакции опоры буквой N, ну и по сути векторно она равна силе упругости, которая действует со стороны стола на лежащий на нем камень. С другой стороны, согласно третьему закону Ньютона, должна существовать сила, которая будет противонаправлена силе реакции опоры, равна ей по модулю, и данная сила получила название вес. Вес – это сила, с которой по факту тело действует на опору или подвес, на которой находится. Вес же мы будем с вами обозначать буквой «П». Таким образом, получается, что силы реакции опоры и вес всегда сосуществуют одновременно. Это очень важно. Итак, возвращаясь к определению веса тела. Получается эта сила, с которой у нас, как я уже сказал, тело действует на опору или подвес. При этом оно должно находиться относительно подвеса или опоры в неподвижном состоянии. И получается, что для тела, которое покоится на неподвижном относительно земли подвесе или опоре, вес тела, это очень важно, равен силе тяжести. В частный случай... Это горизонтальная поверхность, то есть, например, тело находится у нас на столе, который расположен на поверхности стола, которая располагается у нас горизонтально, и тогда получается, мы можем с вами сказать о том, что вес тела по модулю, то есть по своему значению, будет равен силе тяжести, которая действует в свою очередь на тело. Ну, в нашем примере конкретно то был камень. А, тоже выполняется у нас и в случае, если тело или подвес движутся у нас относительно земли равномерно прямолинейно, то есть по сути мы с вами говорим здесь об инерциальной системе отсчета, как вы понимаете. Рассмотрим ситуацию, когда э, тело движется на опоре или подвесе вертикально вверх с некоторым ускорением, которое также направлено у нас вверх. В таком случае мы с вами говорим о том, что тело претерпевает перегрузку. Дело в том, что вес тела получается в таком случае у нас будет больше, чем сила тяжести. Давайте посмотрим с вами, что это такое. А, вот пример. Получается, в лифте находится тело. В определенный момент этот самый лифт начинает двигаться с некоторым ускорением вверх. И тогда мы с вами можем расписать силы, которые действуют на груз в лифте. Получается, с одной стороны, на него действует, конечно же, сила тяжести. С другой стороны, на него действует сила реакции опоры со стороны лифта. Тогда получается, что согласно второму закону Ньютона, сумма всех сил должна равняться по модулю да, произведению массы на ускорение. Записываем уравнение mA равно n минус mg. И тогда получается, что сила реакции опоры будет выражаться как m умножить на а плюс g в скобках. И величину, равную отношению, давайте вернемся с вами к этому определению, отношению веса тела к силе и тяжести называют коэффициентом перегрузки, либо просто перегрузкой. Теперь рассмотрим несколько обратный случай. Смотрите, допустим, парень держит банку, на дне которой лежит шарик в определенный момент времени он начинает перемещать банку с некоторым ускорением, которое направлено вертикально вниз. Точно так же, как и ускорение свободного падения. Давайте попробуем с вами зафиксировать в таком случае силу реакции опоры, которая будет действовать на шарик. Итак, распишем все так же согласно второму закону Ньютона. Получается, что сумма всех сил, Естественно, с учетом всех знаков, да, которые берутся у нас вследствие разных направлений, мы получаем с вами произведение массы на ускорение. Таким образом, Ма равно Mg минус n, поскольку a и g у нас сонаправлены, да, мы имеем с вами одинаковые знаки и у m и у m g. Ну и тогда мы с вами выражаем из полученного уравнения ускорение, э, какое ускорение свободного падения, силу реакции опоры мы выражаем из этого уравнения. И получается, что сила реакции опоры будет численно выражаться как m умножить на g минус a. Таким образом, получается, что если парень будет перемещать эту банку с ускорением, равным ускорению свободного падения, то получится, что сила реакции опоры никакая на шарик действовать не будет. То есть он будет предоставлен самому себе, и мы будем с вами наблюдать свободное падение. И тогда мы с вами говорим о таком понятии, как невесомость. То есть по факту невесомость что означает? Это отсутствие веса. А как вы понимаете, отсутствие реакции опоры равно отсутствие веса. Если же Ускорение А будет больше, чем ускорение свободного падения, тогда мы с вами заметим, что э, сила реакции опоры должна поменять свой знак. Что это означает? Это означает, что теперь сила реакции опоры будет действовать на шарик уже со стороны крышки этой самой банки. Ну и получается, да, опять же, если вес тела равен нулю, то такое состояние мы будем с вами называть невесомостью. Теперь давайте поговорим с вами о том, где же используется у нас... Э, Понятие силы реакции опоры и веса тела. Прежде всего, это используется при э, определении силы, с которой действует то или иное тело на опору или подвес. Для э, количественного вычисления данной силы используется такой прибор, как динамометр. Это прибор, предназначенный для измерения сил. Тут все максимально логично. Действие такого прибора основано на том, что упругие деформации у нас пропорциональны, как вы знаете, прикладываемым силам. И в таком случае мы можем с вами по определенной шкале замерить величину этой самой силы. Получается, что силу мы можем с вами определить количественно при помощи данного прибора. И естественно, раз мы определяем с вами значение данной силы, то конечно же мы используем с вами шкалу динамометра, по которой непосредственно определим абсолютное значение. Точность таких измерений у нас будет определяться непосредственно погрешностью динамометра, которая указывается в паспорте самого измерительного прибора. Динамометры бывают разными, бывают э, обычные школьные лабораторные, там как он выглядит примерно, условно говоря, это очень похоже на линеечку с линовкой по силам, пружинка и по величине деформации мы с вами определяем как раз таки э, силу, которая действует сейчас на данную пружину. Также существуют медицинские динамометры, существуют бытовые, очень распространены были в свое время. Это такой крюк, можете на рынке, кстати, увидеть. Есть крючок, на нем подвешивается у нас э, там мешок с арбузом, например, да, и уже по его показаниям вы можете понять э, с каким весом на данный крюк, конкретно на динамометр, действует у нас арбуз. И по этим данным можно понять, какова его масса. Да? Потому что, как мы с вами говорили уже, если система находится в неподвижном состоянии, да, то, согласно первому закону Ньютона, сумма всех сил должна быть одинакова. То есть, по факту получается, что сила тяжести у нас будет в противовесе с силой реакции опоры, которая действует на арбуз, естественно. На сегодня все. Всем большое спасибо за занятие. Счастливо. Пока-пока.